24 и 25 мая реализация алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли Ангарского района будет запрещена. Такое ограничение вызвано проведением массовых мероприятий в Ангарске. Это празднование Дня города и последних звонков в школах. Фактически, учитывая запрет на торговлю алкоголем ночью, приобрести спиртное не удастся уже с вечера четверга, 23 мая и вплоть до воскресного утра. Со стороны УВД работы нашего отдела будут проводиться совместные рейды. То есть будем поддержать под контролем исполнение данного законодательства. И к жителям города, района обращаемся с просьбой по всем фактам, которые будут они выявлять, сообщать по телефону доверия МВД, телефон 52-29-60. Напомним, что административный штраф за данное нарушение составляет для юридических лиц от 30 до 40, а для должностных от 3 до 4 тысяч рублей.